Строительство армейских объектов и ход боевой подготовки инспектирует глава Минобороны, приехавший на Дальний Восток. Сергей Шойгу этим утром побывал в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске, где заслушал доклады командования и вручил государственные награды личному составу атомной подлодки нового поколения Александра Невский. Осенью она побывала в арктическом походе. Глава военного ведомства также проверил, как возводится пирсовая зона для базирования новых подводных крейсеров проекта 955 «Борей». По распоряжению Сергея Шойгу объекты энергообеспечения там должны быть готовы в этом году. Одновременно необходимо сдать социальную инфраструктуру для военных. Министру показали уже действующий бассейн и тренажерный зал.